Пациенты одной из больниц боятся погибнуть при выходе от врача. Люди пожаловались на плачевное состояние корпуса лечебного учреждения в Златоусте. Больница медзавода. Куда администрация смотрит, не знаю. На кадрах фасад городской больницы номер 2. По словам местных жителей, это здание в аварийном состоянии. Фасад в любой момент может обрушиться и придавить людей, которые заходят или выходят из здания. Со слов горожан, проблемы начались, когда 2 года назад финансирование городских лечебных учреждений перешло областному министерству здравоохранения. Сейчас общественники ждут помощи от областных чиновников и надеются, что на вторую городскую больницу все-таки обратят внимание.